Всем привет! Вот мы приехали собирать малину, и я вот хочу показать, сколько здесь малины много и как она выспевает. Вот так вот много. Вот сколько яблоки есть. Я уже во многих видео рассказывала, что выспевают и яблоки, и абрикосы, и вишни. И вот очень-очень много ягод разных. Вон, видите, да, красная смородина, цветы и все. Очень много. Здесь вот много яблок. Это нас пригласили, у людей растет во дворе малина. И они не успевают собирать. Поэтому, в общем-то, просто клич такой бросили по знакомым. Мы их совершенно не знаем, просто нас... Наши знакомые пригласили. И вот мы сегодня подъехали и собираем себе малинку. Вот так вот. На Аляске очень-очень много всяких фруктов растет. Для меня это было вообще в удивление, потому что у меня было представление, как и у многих остальных, что на Аляске холодно, ничего не растет. Но на самом деле вот... Огромное количество фруктов. И очень много я уже показывала, и в магазинах тоже есть фруктов, и арбузы, очень сладкие арбузы, и дыни тоже очень сладкие, и манго сюда везут, и в общем есть все. Еще есть вот такие вот, сейчас я попробую, что это от соседей идет. Это китайская вишня. Сладкая. У нас была такое дерево маленькое было, росло. Здесь очень много яблонь. Ну и очень много малины осталось. Вот такой еще... вот урожай. Так что можно жить.